Ненецкий округ совсем небольшой, а вот количество детских садов растет с каждым годом. Несмотря на то, что в регионе проживает порядка 40 тысяч человек, желающих пристроить своего малыша под опеку воспитателей все еще много. Сейчас идет строительство ясли-сада прямо в центре Нарьян-Мара. О том, на каком этапе находятся работы, расскажем в следующем сюжете. Строительство ясли-сада номер 2 волнует многих нарьян-марцев. Контракт на его возведение был заключен в июне 2020 года. По срокам подрядчик должен был подготовить проектную документацию и получить положительное заключение экспертизы к ноябрю 2020. Но сделать это получилось лишь к июлю 2021. Были большие риски того, что объект может быть не введен в срок. Но подрядчик приступил за счет собственных и, наверное, привлеченных средств по возведению работ в период получения достоверности сметной стоимости, то есть получив положительное заключение, строил по проекту. На сегодняшний день фактическая стоимость контракта 279 миллионов составляет. Именно поэтому за ходом строительства объекта ведется усиленный контроль. 3-4 раза в неделю на территории будущего сада находятся представители заказчика, которые просматривают, на каком этапе находятся работы. Напомню, что на строительство ясли-сада выделено 62 миллиона из федерального бюджета и 216 миллионов из окружного. Мы тоже вместе с департаментом строительства еженедельно по субботам делаем объезд, значит, контролируем качество и ход строительства. К концу августа подрядчик «Стройуниверсал» планирует полностью завершить кладку и перекрытие, а уже в сентябре начать и закончить кровельные работы. Благоустройство территории также планируется на первый месяц осени. На строительстве объекта задействовано более 30 человек. Людей и техники хватает, а оставшиеся материалы завезут до конца навигации. По срокам, как сказал заказчик, август, до конца августа нам будет понятно, как мы дальше успеваем, не успеваем, то есть в конце месяца нам уже, в принципе, будет понятно, успеем мы в этот срок или нет. Но в целом мы настроены позитивно и планируем исполнить контракт в срок. Объекты, которые реализуются в рамках национальных проектов, находятся под особым надзором прокуратуры. Ясли-сад номер 2 как раз-таки один из них. Его строят в рамках реализации национального проекта «Демография». Чтобы не допустить хищения и неслевого использования бюджетных средств, прокуратура Ненецкого округа выехала на объект и оценила ход строительства. Были трудности начала строительства. Были проблемы у подрядной организации с проектом. В этой связи прокуратурой руководителю подрядной организации объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона. Ход строительства этого объекта находится на особом контроле прокуратуры округа. Планируется, что в ясли-сад смогут пойти 60 детей. Срок сдачи 30 ноября 2021 года. Стоит отметить, что этот же подрядчик занимался строительством детского сада в Неси и сейчас также возводит детский сад в Нельмином Носе. Елизавета Кабанова, Владислав Носкин, телеканал «Север».